что сказал мяу. Щенок спал на коврике около дивана. Вдруг сквозь сон он услышал, как кто-то сказал мяу. Щенок поднял голову, посмотрел. Никого нет. Это, наверное, не приснилось, подумал щенок и улегся поудобнее. Тут кто-то опять сказал мяу. Кто там? Вскочил щенок, обежал всю комнату, заглянул под кровать, под стол. Никого нет. Влез щенок на подоконник и увидел, за окном во дворе гуляет петух. «Вот кто не дал мне спать!» — подумал щенок и побежал во двор к петуху. «Это ты?» — сказал мяу. — спросил щенок у петуха. «Нет, я говорю!» Петух захлопал крыльями и закричал. «Ку-ка-ре-ку!» «Больше ты ничего не умеешь говорить?» — спросил щенок. «Нет. Только кукареку», сказал петух. Щенок почесал задней лапой за ухом и пошел домой. И вдруг у самого крыльца кто-то сказал мяу. «Это тут», сказал себе щенок и быстро-быстро начал рыть под крыльцом всеми четырьмя лапами. Когда он вырыл большую яму, оттуда выскочил маленький серый мышонок. «Это ты сказал мяу?» — строго спросил его щенок. «Пи-пи-пи-пи!» — запищал мышонок. «Кто так сказал?» «Кто-то сказал мяу». «Близко!» — заволновался мышонок. «Вот здесь, совсем рядом!» — сказал щенок. «Мне страшно!» — «Пи-пи-пи-пи!» — запищал мышонок и юркнул под крыльцо. Щенок задумался. А вдруг кто-то сказал около собачьей конуры мяу. Щенок обежал вокруг конуры 3 раза, но никого не нашел. Вдруг в конуре кто-то зашевелился. «Ага, вот он», сказал щенок. «Сейчас я его поймаю». Подкрался ближе, а навстречу ему выскочил огромный лохматый пес. Зарычал пес. Я хотел узнать. Это вы сказали мяу, прошептал щенок, поджимая хвост. Я? Ты смеешься, щенок. Со всех ног бросился щенок в сад. Спрятался на кустом. И тут прямо над его ухом кто-то снова сказал мяу. Щенок выглянул из-за куста, а прямо перед ним на цветке сидела мохнатая пчела. «Вот кто сказал мяу!» — подумал щенок и хотел схватить ее зубами. Прожужжала обиженная пчела и больно ужалила щенка в кончик носа. Завизжал щенок, побежала пчела за ним. Летит и жужжит. Ужалю! Бежал щенок к пруду и прыгнул в воду. Плюх! А когда он вынырнул, пчелы уже не было. И тут опять кто-то сказал мяу. «Это ты сказала мяу?» — спросил щенок рыбу, которая проплывала мимо него. Но рыба ничего не ответила. Она махнула хвостом и исчезла в глубине прута. «Ква! Ква!» — засмеялась лягушка, сидевшая на листе лилии. «А разве ты не знаешь, что рыбы не говорят?» «А может быть, это ты сказала мяу?» — спросил щенок лягушку. «Ква! Ква!» — засмеялась лягушка. «Какой ты глупый! Лягушки только квакают!» И прыгнула в воду.
Пошел щенок домой. Мокрый, с распухшим носом, грустный, улегся на коврике около дивана. И вдруг услышал. Мяу. Щенок вскочил, а на подоконнике сидела пушистая, полосатая кошка. Мяу, сказала кошка. Аф, 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 залаял щенок, а потом вспомнил, как рычал лохматый пес. И зарычал. А кошка изогнулась и зашипела. И зафыркала. И выпрыгнула в окно. И тогда вернулся щенок на свой коврик и улегся спать. Теперь он знал, кто сказал мяу. Thank you.